Друзья мои, всем привет, всем огромный привет. Ну что ж, у нас с вами сегодня будет немножко, так скажем, необычный обзор. Этот обзор будет как раз-таки на передачу «Мужское и женское», а именно на тему «Деньги не пахнут». Вчера была передача о многодетной матери. Многие из вас мне писали: «Галя, обрати внимание, а ситуация очень и очень похожа с нашей поберухой Лёлей». И действительно так оно и есть. Я вам благодарна за то, что вы мне подсказали, хотя я практически всегда стараюсь смотреть эту передачу, но бывает так, что времени не хватает, поэтому, да, какие-то моменты пропускаю, но эта передача действительно меня, знаете, поразила, как говорится, в самое сердце и удивила меня вот эта вот героиня. Ну что ж, так скажем, пройдемся по вот этой вот передаче «Деньги не пахнут». Вы знаете, когда я увидела вот эту 28-летнюю Марию из Воронежа, у которой 5 детей, у меня сложилось такое впечатление, что в студию пришла Лёлька, только немножко посимпатичнее, возможно, или помоложе, да, ну хотя, как говорится, посимпатичнее на вкус и цвет товарищей нет. Ну такая вообще вся сидит, глазки в пол, туда-сюда, все у нее замечательно, все у нее хорошо, вот только, видите, одна есть проблема, да, обратилась она в передачу «Мужское и женское» с просьбой о помощи. Мария говорит о том, что она осталась одна с 5 детьми на руках, без помощи, а также без поддержки близких людей. И вот эта вот многодетная мать еле-еле сводит концы с концами и вынуждена постоянно обращаться за помощью к неравнодушным людям ради, так скажем, своих детей, да, только исключительно ради них. Многие, кстати, жители Воронежа именно и откликнулись на ее призыв о помощи, и люди стали ей возить кто продукты, кто вещи, кто технику, ну и так далее. И вот в этой передаче как раз-таки «Мужское и женское» пытаются разобраться, есть ли предел человеческой жадности, наглости, и действительно ли Мария настолько нуждающийся человек, или она всего-навсего попрошайка, для которой деньги не пахнут. Согласитесь, как много общего с нашей с вами главной героиней Лёлей Поберухой. Вот уж действительно. Действительно такое ощущение, что это просто родные сестры Лёля и вот эта вот Мария, 28 лет. Ну что ж, а пройдемся, значит, по Марии. Марии 28 лет, у нее 5 детей. Да, друзья мои, целых 5 детей, и отцов у этих 5 детей 3. Когда Юлия Барановская задала вопрос, а вы вообще работали, Мария, значит, зависла на несколько секунд и потом говорит: нет, я все время училась. Вы знаете, когда я вот это вот услышала, мне стало, конечно же, смешно по одной простой причине, да, учеба работе никогда не мешает, то есть вначале люди учатся, а потом люди работают, ну, по-разному вообще бывает, но с другой стороны, работа бы ей действительно не помешала. Здесь она выразилась так, что я все время училась, я уж не знаю, когда она все время училась, если ее старшему ребенку 8 лет, да, то есть, соответственно, в 20 она уже родила, соответственно, в 19 она уже забеременела. Но чему она научилась, что в ее голове, непонятно. Понятно мне стало только то, что она действительно самая наглая попрошайка, потому что стали в студии появляться люди, которые стали как раз-таки показывать на ее, так скажем, истинное лицо. Потому что, вы знаете, очень часто бывает так, что вот в таких передачах изначально приходит героиня, которая пытается из себя строить такую эдакую, знаете, невинную овечку, да, бедную, несчастную, забитую людьми, да, вот такую брошенку с детьми, да помогите, да туда, да сюда, и вот все. И потом, когда уже начинают приходить другие, так скажем, герои вот этих всех историй, и уже все, пазл складывается, начинаешь понимать, как говорится, кто есть кто. Да. Для чего она пришла? Вот Юля Барановская ей задала вопрос: а для чего вы пришли? Она говорит: ну вы понимаете, мы живем в маленькой квартирке. Для нас эта квартирка очень маленькая, в центре Воронежа они живут. Она говорит: я хотела бы, конечно, улучшить свои жилищные условия. И Юля говорит: так и вы что? Пришли, говорит, попросить у нас посодействовать. Она говорит: ну да, вы понимаете, очередь нам сказали, нам подойдет только еще где-то лет так через 20. Да, я бы, говорит, хотела бы, чтобы вы посодействовали, чтобы я побыстрее в этой очереди, так скажем, смогла получить квартиру и улучшить свои жилищные условия. Ребят,
Вот здесь, знаете, мне стало вообще просто смешно. Это действительно уже наглость. Наглость, когда ты считаешь, что ты действительно лучше других. Заметьте, то же самое Лёлька, да? Она всегда говорит, ну мне-то должны. Вот да, может быть, кто-то там, да, свет не получит, электричество не получит. Ну и что? А у меня-то 10 детей. Вот я только вчера об этом говорила, что они без конца козыряют своими детьми. Вот эти вот, я же матери, да? И так и хочется у них спросить, товарищи, а вы вообще для кого рожали-то? Для себя или для того, чтобы нести вот этих детей впереди себя, расталкивая людей, да, и говорить о том, что а у меня 10 детей, а у меня 5 детей, да? То есть, по мнению вот этой вот 28-летней Марии, а по ее мнению, ее должны пропихнуть вне вот этой вот очереди, да, убрав из очереди тех людей, которые стояли еще до нее, и только из-за того, друзья мои, что она рожала чуть ли не от каждого встречного, поперечного, да, 5 детей от 3 мужей. И то 2 было только, насколько я поняла, официальных, а 1 был как раз-таки неофициальный. Вот. Но в любом случае, то есть она должна получить, улучшить свои жилищные условия только из-за того, что она родила 5. Соответственно, она это ставит себе в заслугу, она считает, что это нормально в 28 лет иметь 5 детей, еще и от разных мужей. В общем, что я могу сказать, пришли потом другие участники программы, да, и начали рассказывать такие моменты, где всплывала действительно уже правда, и истинное лицо вот этой вот Марии прорывалось на самом деле наружу. То есть люди стали говорить о том, что да, действительно, вот этот последний муж, который у нее бестолковый такой, который тоже пришел в студию, от которого она родила 3 детей, на что Мария сказала, у нее Гордон спрашивает, так говорит, что, какая проблема, почему с мужем не живете, почему муж не помогает? Она говорит, ну как бы и живем, и не живем, вот он приходит туда-сюда, помогает, но, говорит, он не содержит детей, вот он туда-сюда, вот мы без конца ругаемся. И он говорит, так если ваш муж вам не мог обеспечить вашего вот первого ребенка, который у вас совместный с ним был, да, зачем вы рожали 3 детей от плохого мужа, который устраивал скандалы и который не зарабатывал денег? На что она говорит, ну, не знаю, говорит, ну, так получилось, ну, да, говорит, любила. И здесь мне тоже стало смешно, потому что здесь я тоже сразу вспомнила, как Лёля, поберуха, которая теперь на каждом углу костерит и мастерит Женю Б, рассказывала нам о том, что да, ну и что, ну, я прожила 10 лет в законном браке вместе с Женей Б, да, я родила от них 7 детей. И вот, да, да, говорит, вот такое было, и что я любила в моменте и так далее. А вот теперь она рассказывает о нем всякие разные сказки. И, в общем, когда стали приходить люди и рассказывать, оказывается, что вот эта вот дамочка, вот эта вот Мария, вы знаете, она хитра, так скажем, не по годам. Она самая настоящая профессиональная, я бы сказала, даже попрошайка. Это вот такая же вот подружка Лёльки или ее вот сестра по крови, да, которая в 28 лет, а еще значительно раньше, она смекнула, как надо себя вести и что надо делать, и просит она, оказывается, еще тогда, когда у нее еще было 3 детей, вот сейчас у нее их 5, да, а, значит, да, действительно просит, ей люди помогают, говорит, мешками ей привозят одежду, кто-то привозит смеси, кто-то привозит там какие-то еще продукты, кто-то технику, в общем, люди помогают, чем могут. И что самое главное, одна вот из этих женщин сказала о том, что, говорит, зачастую люди помогают те, которые живут хуже, чем вот эта вот профессиональная попрошайка, 28-летняя Мария из Воронежа. Вы можете себе представить? То есть она что делает? Она берет вот от них, допустим, смеси, да, вот эту вот смесь детскую привозят для ребенка, она берет ее, продает. На Авито там или где она еще там ее продает, я не знаю, не суть важно, но в любом случае, да, какие-то вещи ей хорошие привозят, она тоже берет эти вещи, продает. Можете себе представить, то есть люди отрывают от себя, несут ей, да, покупают вот эту смесь, покупают там памперсы, еще что-то, она берет все это дело, продает. И ей задают вопрос, вот люди, да, тоже в социальных сетях говорит, а как, зачем вы это делаете, говорит, вы нам сказали, что вашим детям есть нечего, а вы сидите, вот это продаете. Она говорит, ну и что? Ну и что, говорит, а мне вообще, говорит, надо деньги откладывать, у меня, говорит, вклад есть. И когда, ребята, спросил Гордон на передаче,
сколько у нее денег, или там, или эксперт спросил, а на этом вкладе лежит, и она озвучила сумму 800 тысяч рублей на вкладе, вы знаете, просто все ахнули. Ахнули все в студии, потому что в студии там огромное количество обычных, простых людей, да, и это, конечно, что-то с чем-то. То есть женщина, которая побирается, которая является профессиональной попрошайкой, она говорит, да, у меня на вкладе лежит 800 тысяч рублей. Вот о чем, кстати, и говорили мы с вами зачастую вот этим ведроголовым хомякам, которые тащат люльки деньги. Мы говорили, что вы несете со своих копеек, вы отложите со своей пенсии 100 рублей, вместо того, чтобы потратить себе на конфеты, на бананы или там еще на что-нибудь, вы бегом-бегом отправлять вот это вот Лёле, у которой денег куры не клюют, у нее есть деньги, просто она очень любит их тратить. Тратить на себя любимую и так далее, в любом случае. И здесь то же самое. То есть люди отдают ей последнее, отрывают ей от себя, от своих семей, да, от своих родных и близких. А вот эта Мария, 28-летняя, бежит бегом, кладет деньги себе на вклад, говорит, ну мне же деньги нужны. То есть другим не нужны, а ей нужны. А все почему, ребят? А я объясню. Она скажет сразу, а у меня 5 детей. То есть она их нарожала, эти 5 детей, да, а вы теперь будьте добры их каким-то образом обеспечивать. Как она говорит, а есть какие-то выплаты, у нее спрашивают, да, от государства. Она говорит, да, 40 тысяч рублей на 5 детей. А разве это мало? Вот, ребят, только вдумайтесь, 40 тысяч рублей. Кто-то скажет, это мало. Мало? А зачем вы рожаете столько? Вы знаете, я вот все время, когда смотрю на таких, у которых 28 лет или 25 лет уже 5 детей, я думаю, они вот точно нормальные, в адеквате. Нет, я понимаю, когда женщина рожает от одного мужа, да, когда она обеспечена, муж у нее обеспечен, я могу это понять, это здорово. Но когда вы, извините, у вас ни кола, ни двора, ни образования, ни мозгов, ничего, и вы только и умеете, вот это у вас работает только один единственный орган, и тот, который находится между ног, да, этом все, какого черта вы рожаете? То есть они сначала рожают, а потом они несутся с этими детьми по всем инстанциям, как со знаменем, знаете, и кричат о том, что а нам надо, а у нас столько-то детей, а как нам их прокормить? А чем вы думали, простите, когда вы их делали? Вы что, 21 век? Вы не знаете, что существуют презервативы, что существуют определенные, так скажем, препараты, вы вообще ничего не знаете. Живут просто как какие-то зашоренные, да, да все они прекрасно знают, просто им удобно. И получается, вот самое интересное, да, даже вот мужчина пришел, который волонтер, он говорит, вы знаете, говорит, так и так, говорит, вот последние разы, когда мы уже к ней приезжали с вещами, мы ей привозим вещи, а она, говорит, уже нос воротит и говорит, а мне такие вещи не надо. Мне, говорит, давайте такие, которые, значит, с бирочками, то есть новенькие, то есть те вещички, которые можно взять и благополучно продать. То есть вы, дураки, ей покупаете, она будет продавать и денежки себе активно убирать, как говорится, откладывать на вклад. Ну, вообще, потом договорились до чего, когда вот этот папаша, муж ее, троих вот этих вот последних детей, ну, я так понимаю, не последних, рожать она будет еще и еще, когда он пришел в студию, тоже вел себя неадекватно. Ну, два сапога пара, я бы сказала. Кто-то там, конечно, поверил в то, что он ее там запугал, что она жертва в этих отношениях. Мне кажется, никакая она не жертва. Она строит из себя жертву, то же самое, что делает Лёлька, рассказывая о том, какая она несчастная рядом с ним. Но если ты позволяешь ему жить в этой квартире, потому что она говорит, да, он живет, потому что он мне помогает. Ей Барановская у нее спрашивает, говорит, ночью он вам тоже помогает? А нет, 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 мы с ним не спим. Ну, конечно, ты просто так живешь с мужиком, от которого толку ноль, от которого стонут тоже все соседи, который не зарабатывает никаких денег, дает тебе в месяц на своих детей 5000 рублей. Ребят, ну реально смешно вот это вот все слушать. Люди считают, что все остальные дурнее их, да, и в таком случае она пытается показать и рассказать, что нет, вот мы с ним вместе там, по сути, не ведем никакое хозяйство, мне никто не помогает. То есть, по идее, люди наделали детей. У нее есть мужья, два официальных мужа, один, значит, сожитель, от которого она рожала. Так все претензии к ним. На первого ребенка платит... Соответственно, отец, бывший муж, платит алименты. На второго ребенка платят как раз-таки ей
государство, и государство платит еще и на других детей, то есть, а ей получается все мало. Она рассказывает какие-то сказки, что она иногда ходит, убирает квартиры, но даже здесь оказалось вранье, потому что сказали, она попросила предварительно, да, записалась, что поедет кому-то убирать квартиру, то есть человек ее пригласил к себе на уборку, она попросила заранее отправить ей деньги, и в итоге она деньги получила и не приехала убирать. То есть она просто взяла и кинула человека. Вот так просто. Видимо, считает, что это только ей деньги достаются очень тяжелым способом, а всем остальным очень легко. Знаете, я, конечно, все это посидела, посмотрела, послушала и думаю, да, действительно, нет предела человеческой наглости. Вот когда появляются вот такие вот попрошайки, профессиональные поберухи, да, которые пытаются рассказать, как же их унижают, как их все обижают, и родители-то такие плохие, да, и когда начали разбирать и говорить, подождите, дамочка, у вас вот однокомнатная квартира в центре Воронежа, а вы могли бы съехать куда-нибудь подальше, да, там, допустим, купить трехкомнатную квартиру где-то в другом месте, ну, Гордон правильно сказал, ну, простите, если она будет жить в трехкомнатной квартире, ей подавать уже так активно никто не будет. Да, правильно, ей скажут уже, возможно, люди, что иди, мол, работай, хотя, кто его знает, вон в случае с поберухой, да, она только крепчает, как говорится, крепче стоит на ногах, лучше живет, а ей все продолжают донатить, продолжают и продолжают. И когда люди в студии узнали, что у нее еще 800 тысяч на вкладе, то есть она, по идее, продав вот эту однокомнатную квартиру и доложив вот эти вот 800 тысяч, она могла бы спокойно и смело сама купить в Воронеже где-нибудь, не в центре, конечно, а в каком-нибудь спальном районе себе квартирку, по крайней мере, большей площади в любом случае. Но зачем? Зачем, когда она привыкла все получать благодаря своей многодетности? Зачем, когда можно в наглую прийти на передачу? Вот чем ты, да? Вот что ты сделала? Ничего, я родила 5 детей в 28 лет от 3 мужей, от 3 мужиков. Ребят, это вообще нечто. Вот мне кажется, этим не кичиться надо, этого надо стыдиться, что ты в таком возрасте не работаешь, ни черта не делаешь, а только рожаешь от разных мужиков. Да, и вот она, зная прекрасно, что у нее есть финансовая возможность самой улучшить свои жилищные условия, причем вот эти 800 тысяч она накопила не собственным трудом, не работой в поте лица, она их накопила за счет того, что она вводила в заблуждение других людей. Но нет, наглость ее второе счастье, она идет просто по трупам с этими, со своими детьми, ей плевать на тех людей, которые стоят в этой очереди, не, вы меня туда просуньте. Вот понимаете, вот какая наглость. Вообще, что хочу сказать, на самом деле попрошаек очень много. Очень многие считают, что они должны жить хорошо, жить за счет других. Да, как я всегда говорю, а помогать нужно. Помогать нужно тем, кто действительно нуждается, тем, кто не может, возможно, по состоянию работать, здоровье работать, да, тем, кто находится в сложной жизненной ситуации, но не тем, понимаете, кто-то скажет, вот, она мама 5 детей, да, и можно было бы ее поддержать. Ну, давайте поддерживать каждую вот такую вот глупую маму, да, которая только и может что раздвигать ноги, потому что она знает заранее, она скажет, ага, а этой помогли, и вот той помогли. Они тоже просто рожали, рожали и ничего не делали, и даже не работали, вели паразитический образ жизни. Она скажет, так и я тоже так буду, я тоже сейчас нарожаю целую кучу детей, и мне помогут, да. И вот знаете, вот такой вот помощью, так скажем, да, вот такой помощью просто разводят профессиональных попрошаек. И если честно, мой первый, помню, вот мне понравилось, что Гордон их назвал как раз-таки паразитами общества. У меня самый первый мой обзор на многодеток, вот на Поберуху, на Колесниковых, назывался именно год назад «Паразиты на Ютубе». И вот это действительно так оно и есть. Общество делает медвежью услугу вот таким вот тунеядцам и лентяям, которые ничего не хотят в своей жизни, которые ни к чему не стремятся, которые хотят сидеть на жопе ровно, и чтобы им помогали люди, чтобы люди их обеспечивали, да? И вот такой медвежьей услугой, такой в кавычках помощью, люди делают плохое дело. Не благое дело, а именно плохое дело. Они просто растят и увеличивают и множат во 100 крат вот эту вот армию поберух, попрошаек и паразитов. Друзья мои, и это абсолютно неправильно.
В общем, вот такой у меня получился обзор. Пишите, что думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера. Берегите себя, своих родных и близких. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья.